Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Терру. Да. Терру. Какого фига с FPS-ом творится? Зашла, значит, смотрю, такие 80 FPS, ё-моё. Настройки у меня на двойке стоят эти графики. Думаю, ну классно, значит, можно прибавить качество. Прибавляю. На шестерку нифига. FPS маленькая при записи получается. Возвращаю на тройку. А, ставлю на тройку. И все равно FPS около 30. Сейчас возвращаю на двойку. Что будет, посмотрим. Ничего не меняется. Ничего не меняется абсолютно. Это прикольно. Это прикольно. Забавно, вернула на двойку. FPS не изменился абсолютно. Значит, можно вернуть. Ой, не то. Настройка клавиш. Настройка. Так. На тройку. Ну, давайте на тройку. Вообще, что-то непонятное. Так, ну что, это скоро закончится. Не через 10, может раньше даже. Придет мой компьютер, там монитор остался, видеокарта и... Что там я еще заказала? А, джойстик заказала, чтобы все уже... Чтобы уже все было, полный комплект. Джойстик от Xbox, который к компьютеру подходит. Что, у меня джойстик есть, какой-то такой китайский, простой, я с этого заказывала. С Алиэкспресса, но... Там надо настраивать клавиши, все дела, они под все игры идет. Так, блин, что-то я запуталась, куда я иду вообще, где я нахожусь? В какой локации? В извечном лесу в каком-то. И куда-то вниз, что ли? Там вот вопросик стоит. О, вернее, восклицательный знак. Давай спрыгнем. Давай. Так. Ага. Давненько не играла, поэтому не помню. Так, и еще звук я хотела уменьшить, кажется. Потому что в прошлый раз послушала. Что-то как-то все громковастенько. Так. Особенно эффекты. Так, фоновый звук. Эффекты интерфейса. Ну, как-то вот так. Чуть-чуть потише. Либо это надо прям на этом ноутбуке меня было убавлять. А сейчас уже не хочу возвращаться. Так, где чего? Где вопросы? А, вот он. Задание-то взять. И идти дальше по этой локации. Так. Я потерялась. Что-то кругом обошла. Мы знакомы. У тебя, кажется, все готово. Да, удача улыбается терпеливым. Так. А чуть не помню, что я здесь была. Да? Извечный лес. Потом в гибельный пойду. Окей. Так, что здесь надо делать? Кого убивать? А, вот этих. Ладно, пошли. Три из десяти.
Что я вообще здесь делаю? Я же была в лабиринте. Сколько я помню. Кстати, давайте я, наверное, сделаю подбор. В лабиринте я была, теперь в убежище. Запросить. Может быть, получится сходить в этой серии. Подземелье. Ну, я вообще не в этой локации была. Либо в этой, не помню. Может, и в этой. Упор не помню. Так, ну-ка вспомнить. Давайте отдалим. А что-то здесь какие-то задания. А я здесь не была, что ли? Костаники. Ладно, туда мы потом еще переместимся. Это обязательно, обязательно. Пока что побегаем тут. Так, 10 готовы, хорошо. Еще что надо? Ага, вот тебя, да? Да отстань ты, дерево ходячее. Опаленное. А, я здесь не могу его убить. Я не попадаю по нему. Ага. Ух, красивая локация, однако. Надо здесь сфотаться. Ну-ка. Вообще красота. Ну нет, только без вот этих вот красавчиков. Я без них хочу сфотаться. Ага. Хорошо. Эй, дай собрать мне руду. Готово. Неплохо, дружище. Удели мне минутку. Можно дать совет? Нет, не надо. Не стоит. Не вижу напряжения. Нужно это исправить. Ты о чем? О каком напряжении идет речь? Так. Куда мне? Это наверх? Чего это? Какой лес? А, лес звездного дерева. Я и смотрю, что красиво как. Лес звездного дерева. По-моему, я неправильно. Мне опять вниз. А я опять куда-то наверх. Отстаньте от меня. Дайте мне руду собрать. А что-то одежка слетела, что ли? Получается, да?
Особая салатная заправка. А где та одежка моя? Доспехи сердца. А, вот, одела я. А та, видать, временная была, я так понимаю, да? Вот мои красные. Красные доспехи. Готово. Удача улыбается терпеливым. Так, ну теперь нам туда выше. Вон туда. У меня забит весь этот, весь рюкзак забитый, пора спродать бы лишнего. Так, блин, куда я бегу вообще, как, куда мне? Чё-то немножко я потерялась, кажется. Подождите, а вот он. Отстань, затерялась я чуток. Кто там на меня? А, или это лес звездного? А я где была? А я была в Хартвуде, да? Правильно? А я была в Хартвуде.
Так, вольно. А, волкан, лесной странник, убили. Дальше. Пойдем сразу все тут, кого надо, убьем. Все это надо собирать. Не лишнее. Да ну, дай собрать, зараза ты такая. Это что, типа сильный? Он типа сильный, смотри. Ага. Класс. А я что-то прямо рвануло так на него. Что ты бьешь пустое место? Ай. Гаун. Нифига он сильный. А, его, кстати, надо было бить. Ну ладно. Заодно. Ну нет, только не интернет, пожалуйста. IP поменялся. Сейчас вылечу. Ну, зараза ты. Надо было тебе вылететь, а? Надо было ему поменяться, этому IP. Прям вовремя он всегда меняется. Ну ладно, фиг с ним. Продолжаем разговор, так сказать. Продолжаем собирать кристаллы, всякие эссенции, и попутно убить мобов. Какой? Надо что-нибудь съесть. Подожди. Давай что-нибудь съедим. Что-то не даст почитать. Давай что-нибудь съедим. Ничего что-то не кушается. Ничего не кушается. Готово. Хорошо. Пожрали. Просто хотел что-нибудь съесть, и у меня же тут соль с пряными травами. Зачем эта фигня? Надо выкинуть ее. Или это можно продать, фиг знает, короче, ладно, пока не буду выкидывать. Просто места мало уже в рюкзаке.
заканчивается место. Так, кого мне там еще бить-то? Это где-то там наверху показывает или где? Не совсем пойму. Куда дальше-то, алло? Не понимаю. Кто-то показывает, короче, непонятно куда. Непонятно. А как наверх-то попасть? Не пойму. Катерина Васильевич, все в голодной пещере на юго-западе. Пещере какой-то, что ли? Я ее найти не могу, вот что. И это плохо. Или куда-то он туда входить надо, наверное, да? Да отстань! Да дайте вы мне собрать кристаллы, там, заразы такие. Что, наверное, сюда? Или куда? Там мне? Да отстаньте вы от меня! Кристаллы-то. Сюда мне, что ли, или куда? Непонятно. Ай, короче, не знаю, я запуталась. Тройка, Петя. Волкан тяжеловес. Перейдите мост на вершине холма, убейте волканов, разорите их послушников тяжеловесов. Так я убил. Я убила же. Два из двух. Какой мост перейти? Вы о чем вообще? О чем они говорят? Я не понимаю. Это все, это конец. Так, сейчас, короче, идем прям по карте. Что, вот это соберут? То что-то я совсем заблудилась, короче говоря. Так, идем.
это я по низу иду, получается. Мне надо вот так. Вот так. Сейчас налево. Так. Теперь. Сейчас направо. А, вон. Всё. Нашла я это место. Вот её моё. Сколько здесь всего? А, вон тот мост надо перейти, поняла. Так бы сразу и сказали. Так, чё, кого тут бить? А, вот этого. Однако. Так, ну что, пошли сдавать задание. Тут забирала, они уже опять вернулись, эти кристаллы. Вернее, эссенции. Эссенция звезд. Так, вы дадите мне сразу? Спасибо. Тоже хочу забрать. И вот эту. И вон ту.
И вон ту. И еще, короче, ту. Все, короче, соберу. Все, какие вижу. Не, ну что добро пропадать? Это же деньги. Я никуда не спешу. Ну, сейчас буду серию заканчивать, поэтому... Сейчас насобираю, тут пойду сдам задание. Похоже, в этой локации все, я надеюсь. И мне надо переместиться будет он туда. Потому какие-то задания появились. Может, ивентовые, не знаю. Ну, поглядеть надо. Что за задание? Подземелье не собирается. Печалька вообще. Ладно, ту не буду собирать. А то эти будут драться со мной. Не хочу с ними драться. Так, вроде все. Все, побежали сдавать задание. Я так спрыгну. Ничего не случится. Ну, практически ничего не случилось. ХП немножечко упало, конечно, но не страшно. Самую малость упала. Не начинай того, что не сможешь закончить. Можно дать совет? Буду рад, если ты вернешься. Помни о ядре. Помню, помню. Так, ну и все, в принципе, да, в этой локации получается. Теперь только вот гибельный лес. Так, но я не сюда хотела, я бы хотела вот куда. Это куда мне надо? В Кастанику. Так, а у меня есть какие-нибудь там? У меня есть велику. Или в Алимате есть. Мне надо в Кастанику. Здесь нет никакого торговца. О, приветствую! Свитки, вот. Так, у тебя есть в Кастанику? Велику у него есть. Каятор. Подожди, Алимате это где? Алимате это вот это. А мне надо вон куда. Куда велику я поехал? А оттуда уже мне проще будет переместиться. Хотя бы туда перемещусь, а уже там задания какие буду делать в следующей серии. Что пора заканчивать. Сейчас еще на аукцион забегу.
здесь, как всегда, все тормозит, все висит, все не прогружается. Дело привычное. Так, нет, не банк, не к этому. К ГБ-локеру. Ваша продажа. Забрать все. Плохо так продалось. Так, что продать можно? Золотой жетон. Золотой жетон были для того, чтобы сделать ставку. Чего? Ничего. Долгая война, но мы победим. Мы можем его продать. Когда-нибудь я встану с тобой в строй. Просто не знаю, для чего он нужен. Так, грудка страуса. Это чё? Кукуруза. Это чё? Тут вещи дорогие, но их так мало у меня. Так. Сырьё второй ступени. Так. Продадим. Это что, не продать? Поножи какие-то. Так. Что еще я могу продать? Вот чего у меня много, так это вот от этого. Аж на 3000, обалдеть. Обалдеть. Все. Больше не могу ничего. Так. Деньжата. А я тоже тренируюсь с оружием. Так, 1000, да? Так. Положить. 1700. Пока. Уже вон 16000 есть. Это хорошо. Так, и продать всякое барахло я бы хотела. О, приветствую! Торговец. Слава нашим солдатам! А вот эту фигню все продать. Оно лежит, мешает. Да, оно ноль стоит, вообще классно. Вообще супер. А вот это я разбирать могу? А что, я не могу это разобрать, что ли? Уже это убрали или что? Они там... Ладно, сила Аманов! Продади. Окей. На 2 голда нормально. Вот хоть немножко рюкзак подосвободил. Так, и пошла я перемещаться. Туда, куда мне нужно. Тормози ты. Так. Значит, ну, хоть минуту покоя. Так, это вот, вот сюда, да? Перемещусь и закончу на этом.
ребята личненько прилетели. Тут даже какое-то задание, что ли? Я же вроде здесь все делала. Долина Вознесения. Да, блин. Что за долина Вознесения? Я вроде здесь была. Или не была? Что-то я не помню. Вот эти, вот это точно здесь, вот здесь точно было. А, так это 47-51 уровень. Я, в принципе, сюда бы я бы не хотела. Я поэтому туда и полетела. Подожди-ка. А ну здесь я все что ли сделала? Лимонтея, синяя. А нифига мне в гибельный лес надо. Чем я сюда прилетела? Чтобы вернуться в Алимантею, совершенно верно. Ну ладно, делаю это уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока-пока.